Где ты была, милая? Я устала. Маргарет, где твоя сестра? Война с Германией окончена. Этот день станет днем победы в Европе. Сегодня особый день. 6 лет нас держали в заперти. Мы хотим, наконец, выйти на люди. Это невозможно. Однажды, Елизавета, ты станешь королевой. Знаю, но мы хотим праздновать победу. Пусть идут. Когда им еще представится такой шанс? Мы идем гулять. Инкогнито. Мне кажется, что тиара выдает вас, мэм. Да. Капитан Прайс и лейтенант Барадж будут сопровождать вас. Сопровождать? Проводят в Риц и будут с вами весь вечер. Пора и нам отдохнуть. Две. Идем, Лизабет! Маргарет! Как остановить автобус? Нажми сюда! Лиззи! Джек, куда теперь? В армейские бараки? На Трафальгарскую площадь. Сохо. За вас! Сегодня наш вечер. Танцуем сколько хотим. Привет. Мама будет вне себя. Где они? Надо выслать поисковую команду. Отпустите его! Кто ты такая? Принцесса Елизавета! Принцесса? Ты лгала мне весь вечер! Никто не должен был знать, кто я! Но если бы не ты, у меня никогда бы не было такого необычного, замечательного вечера. Элизабет, кто их нашел? Я, сэр. Я думал, принцесса имеет все, что захотят. А что бы ты делал, если бы я не была ею? Интересно, понимают ли люди, каким теперь будет наш мир? Мир Элизабет. Кстати, что такое публичный дом?